have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушкин. Привет, привет. Всем здорово. И у нас сегодня обновление в такой прекрасной игрушке. Тут появился майонез, появились санки, появились деревянные самолетики, появилось еще куча всего. Давай, котяра, рассказывай. В общем-то, иди со мной. В общем-то, иди со мной, если хочешь шить. Вот этот вот автомат. Да, отдай. Минуточку, shift это присесть? Да. Кто это придумал? Пожалуйста, покажите мне этого человека. Так, кубики. Видишь вот этот огромный автомат? Я вижу самолет. Ну так, ну где? Да, вижу. Короче, в общем-то, это такое казино, где можно выиграть монетки, за которые ты получаешь кучу крутых вещей. Вот, попробуйте. Монетки? Я вам хочу забрать. Просто украл. В общем-то, нет, вы не получаете деньги просто. Тыкай на рычаг, и ты сможешь играть в казино. Слушай, какая реалистичная игра, вы не получаете деньги просто так, прям как в жизни. О, вот ты играешь, Сигма. Я где? Я не играю. У-у-у, джекпот. Ты получил 150 монеток, это самый большой приз тут. Офигенно. Фром, теперь ты я чел решил аж выкинуть от этого. Ну-ка. Сейчас. Да, связи отсюда. О, какой человек... Тебе выпало 75 монеток. Прикокосило, нормально. Ничего себе, монеток. Я сейчас играю. Сейчас. Раз 15 минут нужно крутануть, я понял. Давай, бургер. Физика самолетов здесь прекрасна. Послушай, блин, яйца. Яйца, сотка, есть. А, кстати, что я могу купить из игрушек? Так. Это, вот что я могу купить тоже. А где вы смотрите? Есть магазин? На Е нажми. А, да. Серьезно? Хочу самолетик купить. А он на один раз? Нет, блин, ты так... его бесконечно можешь спавнить. Блин, ну самолетик стоит 500, это дофига. Меня да подожгли. Это я могу уточку купить, кстати. Меня подожгли и выкинули. Я могу купить... Что я могу купить? Мазик бесплатный, прикиньте. Я могу купить две уточки. Не, ну так бы я накопил, наверное. Тут есть вертолет, НЛОшка, самолет. Так, тут можно сортировать. Я тебе сейчас все покажу, как выглядит самолет, вертолет и ложка. Ты что, уж богатый, что ли? Нет. Ой, я могу купить ложка. Большого себя и мини себя. Эй, мини-ми. Короче, смотри, видишь это НЛО? Сейчас, погоди. Ой, там мне. Где? Нет. Сигма. О, маленькое НЛО. Сигма, да, вижу. Взял НЛО. Оно, короче, летит. Я бы запустился нормально. Есть тут идея. Два. Ну. Короче, в общем-то. Доставай, давай, бери НЛО. Я не достаю. Ну, давай помогу. Давай, достаешь. Мы взяли НЛО. Меня подкинули, я его принес. Все, тебя не подкинули, мы тебя все взяли. Сейчас перенесу еще. То есть его можно. На нем можно взлететь и стоять на большой высоте, так? Ага. А. Еще есть вот такие. Доставай. Самолетики. А, стой! А! Я не попадаю. Подожди, мне надо мстить. Смотрите, вон отсюда. Надо его. Кто придумал, блин, ползать на shift? Кто этот человек? Нет! Самолетик. Поймал. Он мой, подожди. Я промазал, хотел схватить эту НЛОшку. Вот, самолетик есть. А ты где? Я за тебя. А, все, хорошо. Да, вижу. Это самолетик, он постоянно так летает. Восьмерками, что ли? Нет, я его повернул так, что он восьмерками летает. Еще что тут еще? Погоди, а как его можно запустить так, чтобы он летал каким-то определенным маршрутом? Ты рисуешь просто маршрут или он... Он постоянно только кругом ходит. Вот, смотри, в общем-то... Я направляю куда-то вон туда, вот, наверх. Так. Сейчас. Отпускаю. Дайте мне мою наковальню. Понял. Это, кстати, очень прикольно. Все равно восьмерками летает, но это прикольно. Так, тут еще где-то вертолет был, и вот он, этот вертолет. Извините, я должен... О, это тоже кот. Котов развелось. До связи. Это не получилось, извиняюсь. Вот вертолет. Вот это другое дело. Где? А, о, вижу. Ой, блин, у него рожа есть, прикольно.
Он просто висит, да? Да. Ты его когда хватаешь, он останавливает лопасти, потом ты когда отпускаешь, он... Опа! Давайте я куплю бумажный самолетик. Давай, если у тебя есть деньги, попробуем. У меня просто не особо хватит на что. Бумажный самолетик. Мое. Нет! Я вот сейчас возьму сани. Да иди ты от меня, отпусти! Я сейчас наведу уже разгон. Она меня не отпускает! Я отпущу самолетик. А теперь до связи отсюда. Нормально. Это самолетик хорошо летает с высоты. Куда? Где есть, короче. Кто-то к нам, по-моему, подключился. Мне тут так кажется. Раз, два, три, кто на связи? Панзеркамфаген. Ага. А вы и какой версии Панзеркамфаген можете сообщить нам? Уточните модель производителя. Да. Так, хорошо, куда мы пойдем на высоту, чтобы тестировать? Короче, ох ты ж. Стой, дай лифт, давай, поехали. Здорово. Привет. В общем-то, идем на самую высокую базу. У тебя ленточка, короче, розовая. На гору. У тебя ленточка розовая. И что? А как же булава? Ну она же розовая. Нет, нет, мы сейчас пойдем. А, вот тут, вот хорошо. Нормально, выходим. Трогай. Санки. Бумажный самолетик. Так, а как мне-то залезть? Я-то свое потерял. Погоди, а я не могу... Могу сесть? Не могу сесть? Я тебе сейчас скину сани, не держи. Ловлю. Сейчас. Не надо меня в санях скидывать, просто сани скинь. Вот, все, все. Ты уже двое скинул. Сейчас, третью. На. Панзеркамфаген покинул. Оп, к тебе полетели, на. Еще, ну там не... А нормально, все, я уже диван себе нашел. Обломов. Короче, в общем-то, я сейчас заспавнили кучу бумажных самолетиков. Будем их кидать. Ну, давай попробуем. А как его ровно сделать? Да, он сам стабилизируется. Нет, стабилизатор. Он сам стабилизируется. Да, R, и выбираешь, как ты хочешь его сделать. А. Не, я просто беру его так. А, пау, я понял. И он полетел. Фум. А чтобы это отключить, еще раз... Да-да-да, я это понял, но это сложно. Заберешь самолет. Я просто его беру так, вжух, и он полетел. Я не смог. О, он полетел. Это правда. Ты просто делаешь такой вжух, и он полетел. У меня он просто заглючил в воздухе, сейчас только что это что подхватило, ну ладно. Блин, он круто летит, это бумажный самолет, и хорошая покупка. Все мои нравятся. Мои не летают. Видишь, смотри, я могу его хоть задом запустить, он стабилизируется. Раз. И брокколи. Кидаем майонез в людей, давайте. Давай кидать майонез в людей. Свысока. И картошку. Они будут макать, не надо. Я в канаву попал. О, давайте кто-то на сани прокатится. Опа. О, я в кого-то кинул майонез. Он не долетел немножечко до зеленой этой. Нет, не, ты неправильно делаешь. Надо было прям... Короче. Я прилетел. Ой. А как извините, мне сесть? Извините, ну ты не вписываешься. Погоди, я не могу, мне он не садится. В общем-то, залазишь в центр. Просто на shift. И нажимаешь shift. Да. Вот ты на них сидишь. И улет. Да? Ух ты ж, ё, они от меня улетели. Пыщ, пыщ, о-о-о. Я водитель, я водитель НЛО. Опа, перевернули. Надо реально купить НЛО и быть его водителем. Да нет, я думал, что когда садишься в сани, тебя фиксирует в них. А тебя просто выбрасывают на поворотах. Да. Ты чё, тут нельзя садиться полностью. А мы далеко картошку докинули, слушай. А? А мы далеко картошку докинули, слушай. Я куда-то брокколи... Это я картошку кинул. О, там снеговики, злые снеговики. Где? Я сейчас покажу вам одного снеговика. Нет, Олегий. Там чувак коробку запихивает снеговик. Так хотя бы где это, скажи? А так, вы где? Я возле дома стеклянного наверху. Блин, это не коробка, снеговики пропали. Бедные злые снеговики.
Что? Ой, не быть тебе корректировщиком. О, кстати, в общем-то, тут еще есть злые шарики. Они лопаются очень сильно. Злые шарики, злые снеговики. Вот. Да тут все злые. Ну, добрые, да. Плохие. Добрых нету. Бобры. Это где? Да я уж понял. Так, я летаю на какой-то музыкальной приблуде, не знаю, куда, что. Я на кровати летаю. Вам поднести ракету? Не надо. Джевелин, да? Ага, я понял. Короче, идите... Джевелин маневренная штука. Идите в магазин. Но старенькая. Так, возможно, кстати, да. Кто... Это ты там упал только что? Где? Я летаю на палке. Ай. На какого цвета палки? Зеленый, сейчас лечу. Ребят, зацените, что тут, по-моему, если я не ошибаюсь, нету бутылок, а то звучало бы не очень. Где ты? Да, на бутылке я лечу. Знаешь, палка прошлого, это тоже было не очень. Ну, звучит не так страшно. Короче, в общем-то, мне... О, Питер, ты... Я случайно. Я не хотел тебя взрывать. Палка упала. Палка упала. Я не хотел тебя взрывать. Хорошо, а что нет full где? Damage. Я вот... О! О! О вот, унитаз! Короче, смотри. Стой, стой, я стой! Могу за карту улететь? Похоже, я сейчас это выясню. Потому что кот меня просто выкинул с карты. Я случайно, я не хотела. Нет, меня отрикошетило от вас. Да и чё дальше? И чё дальше? Верните меня на карту, вы чё делаете? А, не, всё. Прости. Не все? Это Где? Было случайно. А, вот, все, меня зареспаунило. Блин, буду на человеке летать. Сейчас так, давай, возьму человека 23М полетели. Мертвого, и буду на нем куда? Летать. Что? Точнее, 26. Что вы где? Короче. Я на НЛО. Я хочу вам еще показать ракету. Давай, где ты? Я... Ну, как бы так сказать? Ну, где я? Ну, хотя бы, что вокруг тебя я находится? Я возле огромной розовой палки. ДРК. Вай, я понял. О, я тебя вижу, стой. О, пианино. Я водитель, я водитель. Вот я. Пойду протараню трактор. Ку-ку, стой, зачем ты автомат выкинул? Я что у тебя с... Да, плюнь. Кто тебя кинул? Да вот чувак вот этот вот что-то прицепился, давай. Аннигилирую его. Я что-то его вообще кинул, не впечатляет. Где автомат? Какой? Его угнали уже. А, в смысле, музыкальный. О, кстати, у меня бумбокс. Классно, классно. Понятно. О, здравствуйте. Вы все-таки решили к нам присоединиться, да, после того, как я сказал то, что я здесь. Это кат просто. Я его выкидываю, все, он меня забывал. А, то есть выкидывай его. Тебя могут держать 12 секунд? Не больше, да? Ну ты можешь потом. Опа. Это столик прикольный. Он выглядит совсем не как столик, и у него ножки крутятся. Кэт был отправлен опять вдаль. Ешь. Я принесу с собой своих детей. Что, блин? У тебя есть на это деньги? Ты вдруг стал обеспеченным богатым человеком? Нет, я нашел ножки куриные, они живые. It's alive! It's alive! Вы где? Вот я сейчас к вам приду. Я не знаю, что я делаю. Давай, вон, полетел Сигма. Давай, поехали, я чувак. Я буду на зеленой палке летать. А куда едем? Да, не знаю. Главное, кровать не Ой, раскачивай, так буду все хорошо. Я сейчас спавнить. Я даже не буду спрашивать, в какую дичь вы играете. Это хорошо. Стой, нет! Я понимаю, что со стороны это все может звучать крайне не так, как вы хотите это услышать. Все, я несу к вам вертолетики и ракету, жди. О, я тебя вижу. Начинается Вьетнам, я понял. Розовый и синенький. Ой, классно. Сейчас надо, вот. Ёпперс это. Ракета.
В общем-то, смотри. Не нажимай на красную кнопку. Оп, смотри, в общем-то. Ну. Залезай на ракету. Я? Да, залезай на ракету. Вот, ты залез на нее? Очень интересно. Да. Она улетела, а потом улетел я. По-моему, это не так должно было работать. Можно на вертолетике летать, все. Ну, самолетики. До свидания. Я полетел. Так, кубы. Вот, положи был пап. А... Ты что наделал? Ты что вот наделал? Вот это рвануло. Как вам джевелины-то поставляют с такими способами применения булпапов-то? Тут, короче, книги! О, надо почитать. Кот, а кот, смотри. Где? Что? А-а-а! Я... Очень тяжело читать книгу, когда ты горишь, подожди. Все, сиди в коробке, ты наказан. Ты как выбрался? Нет, не надо! Я подожди, я же... Где заначка? Между страниц должна быть заначка, погоди. А с чем? Я не знаю, всегда между страниц есть какая-то пока заначка. Пока, кот. Пока. Пустите, я тебя подпалю. Нет, нет, пусти, пусти, акулу долго. Горящий летающий всадник на тигре, где еще это можно увидеть? Слушай, там не хватает какой-то эпической музыки под это все. Я сейчас возьму тигра. О! А минуточку, а самолет меня скинет, если я не буду шевелиться или нет? Унитаз! Пыщ, пыщ, о-ло-ло. Ёлки, я сам упал. Но самолет летает. Ляг. Лягушка. Пыщ, пыщ. Да! Смысл игры просто дурачиться. Я король облаков. Ребят, давайте я багажку НЛО. Пыщ, пыщ, ло-ло. Я водитель НЛО. Есть, я выиграл сотку, прикинь. Так, а где? А, пыщ, кстати, пыщ, ты, в общем-то, ты можешь купить какашку. А мне обязательно покупать? Я могу подождать немножко, и она появится как бы естественным путем. Зачем мне это покупать? Короче, я покупаю кресло. Типичные маршрутки в Беларуси. Ого! Ты на картошке летаешь? Нет, на квакошке. Я белорусский истребитель. Что же я могу купить? Микроволновка! Я покупаю Егор, микроволновку, все. На тракторе летает. Резня. Мы падаем, получается. Я тут такой, я не знаю. Я пилот НЛ. Где? Я пытаюсь усмирить этот самолет, но его, по-моему, сейчас так заглючит. Хотя вроде не ничего. Так, попробуем сейчас. Сейчас полечу на лягушке. Почему у меня самолет от... У меня самолет отобрали, прикиньте. Понял, я тебя вычеркиваю. Система булпап. Верхний остров, где я производил, ребят, пожалуйста. А, сейчас, да, попробую как-то добраться туда. Вот даже столик дали. Та, отвали от меня. Опа! Я тут тетрис играю. В тетрис на чем? Сбил! Есть попадание! О, я вижу тетрис! А ты вообще ничего не заметил, нет? У меня стол гранитный. Вот я в тебя ракетой попал, пока ты летел. Ну нет, этого не было заметно. Ты отрез. У меня на записи было. Круто. Я не Блин, а поезд не сломает? Да не, не сломает. Ну хорошо тогда. Никто не против, что я не буду фан. Занят важным делом. Да нормально, не бабься. Блин, косарь за ракету. Давай. А где ты новые детали берешь? Погоди. В магазине за. А, понял. Нет! Я же сказал же, что это же кто-то же разломает. Ты чё? Уходи отсюда, ты это заслужил. Нет! Ты зря это начал. А. Ты за это заплатишь. Я тебя вообще не трогал. Куда?
Так, ладно. Когда я прилечу. Я думаю, что, в принципе, мы сегодня осветили все то, что здесь творится, все обновочки. Так что, ребят, приходите, наслаждайтесь. На этом будем тогда серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Всем до связи.